Дорогие друзья, коллеги, для нас, для всех сегодня, безусловно, знаменательный, я думаю, что во многом исторический день. Мы в Петербурге открываем, как мы его называем, 100% музей здоровья. Музей, который носит такой, я бы сказал, инновационный характер. Это интерактивный музей здоровья, где и дети, и их родители, и по отдельности, и вместе смогут познакомиться с тем, что определяет здоровье. Я очень благодарен правительству Санкт-Петербурга за то, что они выделили Российскому кардиологическому обществу помещение. Я очень благодарен компаниям Гидеон Рихтер и Новартис за то, что они поддержали этот проект. И мы сегодня с удовольствием имеем возможность уже принимать первых посетителей этого музея. Мне кажется, что вопросы профилактики и вопросы формирования культуры здорового образа жизни – это очень насущная проблема. Более 50% факторов внешняя среда определяет, образ жизни определяет то, что будет с нами впереди. И мне кажется, что если наши дети, начиная с самого раннего возраста, с детского сада, школы, будут погружены в эту среду, я думаю, что это будет иметь очень важное значение именно для профилактики и для укрепления здоровья, я не побоюсь этого слова, во всей России. Очень важным в развитии нашей страны является формирование культуры именно здорового образа жизни. И как раз как театр начинается с вешалки, так и здоровье нации начинается с ее профилактики именно в детском возрасте, который формируется для того, чтобы в дальнейшем человек понимал, что правильно делать и что неправильно.